Виноградович давно живет в Пятом канале. И все знают, какой у него есть ценный бархатистый голос. Его там каждая рыба за это уважает. А тут праздник произошел. День рождения у Виноградовича. Стали ему подарки нести. Кто что? Кто что? И так много всего принесли, что Винограды чисто разбогател. Лежит и даже думает, что делать с этим, а? То ли канал свой нарыть, то ли тарантас обновить. А может, мексиканский остров купить? Голос свой, драгоценный греть, сушить. Посчитал добро, не хватает на остров. Тогда еще полежал. И поразмыслил экономию произвести. С коньяка перейти на компот. Ну и нахуй, дой конец на воду. Стал это, богатеть уже начал. А все равно, только на пару пальм наскреб. Расстроился Виноградыч. Пошел тогда на самое последнее средство. Ага, бутылки сдавать. Неделю сдавал, не сдал. Позвал друзей из канала. Ну, дело знакомое, накатанное. Помогли, в общем, сдали. Купил Виноградыч мексиканский остров. Очень крупный и круглый. Теперь, когда куда ходит, голос оставляет греться, сушиться под пальмами. Очень, очень хорошо оба зажили.